Всем привет! Вы на канале Юлин Влог. Сегодня у нас вариант ужина. На порционные кусочки разделили филе куриное и отбиваем его обычно как на отбивные. Вот так крючки отбиваю, все наверное как все. Вот такой у меня молоточек с Авроры. У меня железный, он уже свое отработал, ручка у него отпала. Вот этот, вы знаете, неплохой такой, не айс вариант, ну пойдет. Как отбивные отбивать, то пойдет. И сегодня мы делаем неполезные с вами отбивные. Выкладываю их на тарелочку. Вот так вот все. И сюда слой соль, перец черный бросаю и паприку. Они полезные, потому что вот добавляю майонез. Чуть-чуть совсем. Мне тогда они нравятся, они так сочные получаются. Ну, с вами посмотрим. В итоге так все проделываем. Все маринуется, все отбивнушечки, все мясо. 3 яйца беру, ну, на это количество. Смотрите там, чтобы хватило у вас яиц. Соль, перец сюда и вилкой обычно буду взбивать. И сухарики приготовьте. И все, яйца вот так вот размешала. И теперь беру мяско, обмакиваю его в сухариках. Вот такие сухарики обычные, белые. Сухарики я делаю сама, мне не нравятся в магазине, они очень темные, как будто горелые. Обмакиваю вот так вот. И яйцо. Делаю я один кляр, я знаю, некоторые делают двойной, то есть еще раз обмакивают, некоторые в муке делают. И вот так вот выкладываю все и обжариваем. Когда зарумянились, переворачиваю их на другую сторону, вот так вот. Вы напишите свои любимые рецепты отбивнушечек. Будет интересно почитать, какие вы любите. В каком кляре. Я знаю, луковый кляр есть, но я еще не пробовала его ни разу. Блендер у меня просто сгорел, я не могу его дождаться. Вот такие получаются. Вот такие вот получаются отбивные. Вы напишите свой любимый кляр, как вы готовите. Я готовлю по-разному. Это один из вариантов. Мне он тоже нравится. Ну, говорю, напишите. Еще горячие. Вот так получается. Филе все проготавливается. Конечно, они не такие, как в муке. Но мне они этими нравятся. Вариантов очень много. Это один из вариантов. Сочно получается филе. Не знаю, кто не пробовал, возможно, попробуйте. Может, для кого-то это и не отбивные. Но это очень вкусно. Попробуйте. Самую малость там буквально. Уже для себя решите, вкусно или нет. Все, ребята, всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием, кушайте с удовольствием. Всем пока.